Суповой размер. И желтенькие есть сыроежки у нас. Вы сейчас меня спросите: Брон, а нафига тебе сыроежки? Это ж труха. Ну, во-первых, это труха, когда вы ее 3-4 часа в корзине носите. А когда вы, кроме сыроежек, ничего не берете, да и сходили в лес на 15 минут, это же совсем другое дело. Но вопрос остается. А зачем? Мы их помоем, почистим, закипятим, чтобы пенку снять, чтобы избавиться от краски, которая содержится в шкурках сыроежек, чтобы бульон был посветлее потом. Сольем эту гадость. На кончике ножа лимонной кислоты для просветления. Получился вот такой полуфабрикат. Его можно заморозить, а можно сразу приготовить. Зарумяниваем поджарку. Картошечки добавим. Луковку. Минут через 10 добросим морковку. Еще через 5 минут чесночку. Болгарского перчика. Подавим перчик. Вы же тоже не любите вылавливать горошины из супа. Ну и нашу заправку. Еще пару минут. Щепотку сахарку. Вот и все. Можно есть. Приятного аппетита!